Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Гангорен Каноли. Вторая часть, ребята. Помните, мы с вами остановились именно здесь, в порту, где я думал, что будет босс, но, по-моему, его здесь не будет. Ладно, не беда, будем пробиваться с боем. Спрятался там за бочками. Думает, я его не прослежу. Так, а вот базука мне нужна, ребята. Опа, отлично. Куда там фраеров? Ой, ничего себе, занырнул я. Хорошо не утонул, а? Так, фрица готов. Так, давайте перескакивать. Оу, оружие-то сколько? Получите, гаденыши. Так, и еще одна базука. Что-то слишком много, мне кажется, здесь. Смотри-ка, блондинчик стоит. Пижон. На. Выкусил свое. Так, аптечка. Что-то больно быстро как-то. И рано нам ее дали. Ну ладно, мы не откажемся, согласитесь. Так. Смотрите, еще даже два гранатомета. Чекпоинт. Что-то все это неспроста здесь, ребята. Вам так не кажется, а? Неужели будет босс все-таки здесь? Опа, и тупик. Ха. Слушайте, по-моему... Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо. Ё-моё, а вот и субмаринушка. Так. Ребята, я понял. Нужно... Ого. Тут слишком много турелей, я смотрю. Ладно, давайте вот эту. Блин, я даже не знаю, какую быстрее надо валить. Оу, снаряды полетели. Жесть какая-то. Так, подожди, ребят. Черт подери. Надо мне немножко приналовчиться. Что здесь вообще нужно сделать? Так, давайте-ка возьмем гранатомет. Да, отлично. Оу, поджарили меня. Так, ну тут есть аптечка, так что, ребят, если что, подхилимся. А пока будем бомбить. Да-да, вот для чего нам тут давали так много гранатометов. Так, жжет, жжет, жжет. Куда мне деться-то? Ай, хорошо, прожарил. Прям до хрустящей корочки. Черт, мне этот прыжок убивает, а, на самом деле. Ну, а он все строчит и строчит, не умолкая. Так, ну-ка, попробовать. Нет, огнемет нам не нужен. Где у меня оружие-то все? Во, давайте вот так вот постреляем. Черт, пошел свои тут ракеты бросать. Оу, щит, ребята, срочно хиляемся. Срочно просто. Отлично. Опять он свой огнемет включил. Ой, вот так вот надо прятаться. Хорошо, от огнемета мы с вами, в принципе, нашли стратегию. Вот он жарит, жарит, жарит. Вот так вот, можно даже перепрыгнуть. Тоже как вариант. Блин, боеголовки летят. Вау, вау. Черт. Да что такое, блин, я думал, что он будет туда, их наперед. А он именно в меня их стреляет. Так, все очень плохо, ребят. Жизни практически не осталось. Как-то быстро меня здесь разобрали. Но, как видите, у нас тут чекпоинт прямо перед боссом. Если что, естественно, переиграем уже как-нибудь поаккуратнее. Ай, ядрена ты вож. Да хорош, успокойтесь уже там. Ничего мне не осталось. Ну что же, ребята, давайте наказывать их. Чекпоинт, как я говорил, здесь рядышком. И, пожалуй, приступим. Погнали. Во, вот это я понимаю, разборочка пошла. Так, и ты тоже там заткнись. Строчит уже, достал. Так, нам нужно, наверное, и нижнюю быстрее бы разобрать, потому что там все-таки у нее ракеты летят. А этот всего лишь там из пулемета своего строчит. Не так уж и страшно. Вот этот вот, да. Ах, задел все-таки. Так, выскакиваем. Тут у нас что? Огнемет и также пулеметчик. Понятно. Так, 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 так. Наклоняемся. Здесь перекантуемся. Так. Блин, зачем мне огнемет, а? Давайте вот с этого пошмаляем. А мы с вами прячемся и в домике. Отлично. Так, опять, опять, опять ракеты пошли. Ё-моё. Аккуратненько будем все это дело делать. Блин, все-таки с пистолета как-то не айсово получается бомбить босса. Все-таки... С гранатомета все это выходило намного круче, согласитесь. Ну ладно, выбора нет, будем потихонечку бомбить. Так, все, он уже покраснел. Прогресс пошел. Теперь главное нам как можно больше сохранить жизни себе. Так, давайте эту огнеметную фигню подобьем. Черт подери. Х,
Хрен тебе, не поджаришь. Так, ну что, ребят, давайте из автомата. Там очередь побольше. Во-во-во, пошло. Так, быстрее ныкаемся. Ага, фиг прожжешь, называется. И будем, давайте, вот это... Ой, не заметил. Блин, да что такое? Срочно ее уничтожаем, она уже красная. Да куда ты стреляешь-то, блин, каноли? Тупорылые. Да ну... Мне бы до аптечки дожить бы, елки-палки. Так, все, чуть-чуть. Есть! Ну что, остался у нас пулеметчик, огнеметчик, да, получается? На дорожку тебе. Че ты там орешь? Недовольный такой. Что у тебя там заклинило, блин? Это хорошо. Ой, нет, все у него работает. Так, ну давай. Все, я думаю, он наш, ребята. Сейчас мы его добомбим. Ну, есть! Ну, а с пулеметчиком все намного проще. Абсолютно. Просто сейчас будем его бомбить и все. На, гаденыш, получи. Саданул малька. Ну, ничего страшного. Кстати, у нас автоматы периодически появляются, вы заметили? Это хорошо. Они нам как раз пригодятся. Причем субмарина, да? С акулой. Понятно, типа. Субмарина называется «Черная акула». А может быть, голодная акула. Так, он меня увидел. Прожектора свои включил. Ой, прям в глаз попал. Ну, сколько там тебе еще? Ну, должно быть, по идее, не очень много. Да куда ты стреляешь, каноли, ё-моё, ну. Так, ныкаемся. А все-таки неплохая тактика, да, у меня, ребят? Так, огнемет нам здесь не нужен. Это все ближний бой, можно забыть. Дробовик слишком маленькая у него дистанция поражения. Все, сейчас добьем, ребят. Осталось чуть-чуть немножко. Сами видите, прекрасно по ХП. На, черт, подери. Ну. Давай-ка, вот так вот. Подзарядимся. Есть. Готов, охламонище. Даже не ори там мне ничего. Что-нибудь будет, типа заставочки, а? О, точно будет. Опачки, покидаем с вами зону карантина. Странно как-то, неужели все на этом? Я тебе говорю, Джо, я только что сразился с половиной батальона нацистов, которые тоже работали с темным Доном. Я не знаю, что эти чокнутые от меня хотели, но я не буду сидеть сложа руки. Да, ты прав, тогда мы должны лететь в Европу и надрать им всем задницы. Ты серьезно, Джо? Там сейчас самый разгар войны. Забудь про это, ты же не дашь этим ублюдкам просто так уйти. Черт, все выходит из-под контроля. Слушай, у меня в ангаре стоит подбитый Б-17, он сможет дотянуть до Европы. Но мы должны поспешить. Хорошо, вылетаем. Вау. Ребята, мы с вами отправляемся в Европу. Так, Бостон покинули мы, Атлантический океан перелетаем и летим с вами в Британию, по ходу дела. Так точно, Франция даже. Так, нифига тут у нас, смотрите, морские баталии. Черт побери, Винни, смотри, союзники высаживаются на пляжах Нормандии. Помню я. Мы подбиты, я не знаю, сколько самолет еще протянет. Ты должен прыгать. Хотя бы я там умру не один. Ну что, пошел. Каноли, боишься шапку потерять? Молодец. Ё-моё, это же высадки в Нормандии. Куда ты? Ты куда летишь? Кто это? Кого-то придавил. Ну что ж, ребята, погнали. Я даже представить не могу, что сейчас здесь будет. Такой, да? В очках, в кожанке. Так, ребята. Надо поаккуратно. О, чет! Каждую мину ловлю, каждую бомбу, блин. Каждый снаряд. Так, перепрыгиваем это дело. Ага, вау, тихонько, хорош буянь здесь, малышня. Так, мне здесь не пролезть. Ладно, будем запрыгивать тогда наверх. И как раз у нас тут аптечка. Пошел отсюда.
стоит там, строчит, блин. Так, ну что, ребят, я думаю, пулемет нам, наверное, не пригодится, никто не бежит. Жаль, а я хотел пошмалять, думал. Подкреп, автомат. Так, ну, давай, гаси всех. Отлично. Во, гранатомет, мины, подожди-ка. Пускайте, ребята, по... Вот дури... Блин, смотри-ка, я офигею, этот парень просто бессмертный, да ему медаль надо давать. Так, что там у нас происходит? Йоу! Такое ощущение, что эти ребята просто со мной, знаете, как для поддержания. Что такое? Не ори там, гундит мне. Так, отлично. Давайте-ка сюда. Блин, перепрыгивать надо тут. Заграждение, воу! Что там такое? Что-то я не понял. И такие снаряды, и такие летят. Очень все это подозрительно. Ну-ка, давайте проверим. А, ничего страшного. На, гад. Ну, что ты там? Вот так вот. Черт. Задели. Ну, это чтобы не стреляли они. Так, на. Ой. Фу ты нафиг. Повезло, ребят. Я думал, сейчас как шандарахнет по мне. Но, оказывается, почему-то его буквально на один выстрел и хватило. Обалдеть, я только притронулся. Он уже взрывается. Опа, наверху новый вид оружия, ребята. Что это такое? Вау. Гранатомет, на. Получите. Ха. Просто ошметки летят. Блин, прикольно. Так, чекпоинт, мне бы до него дотянуть. Не понял, откуда вы-то откуда взялись? Нажмите Б для пинка. Какой пинок? Когда тут валить их надо всех. Да-да, Каноли, я с тобой полностью согласен. Так, что, мы здесь все с вами подобрали? Или же нет? Да, ребята, здесь у нас все чисто. Значит, тут не пройти, завалено все. Через верх только остается. Так, до чекпоинта. Блин, жалко, мало гранат. Всего 5 штук у нас осталось. Кто-то ведь стреляет же там, я так понимаю, а? Ну-ка. Да, стоит, блин. Вау, гранаты еще пускают. Ну все, ребята, чекпоинт у нас отмечен, поэтому можно идти смело. Во, фига он там жонглирует гранатами. Молодец. Так, это что у нас такое еще? Воу-воу-воу-воу, тихо. Не буянь. Так-так-так. Ой, черт. Блин, я с этой пуколки. Нет, разбирается потихоньку, смотрите. Фак, а. Ну, когда же ты там сдохнешь? Есть. Отлично. Куда ты там бежишь? Кстати, я видел там аптечку наверху. Сейчас мы до нее добежим. Тут у нас... Оу, щит. Странно, я, главное, туда зайти не могу. Тихо. Вообще не могу туда зайти почему-то. А там автомат лежит. М-да. На, гад. Получите в лобешник. Мало, еще нате. Ха-ха. В противогазах. Как будто тут у нас химическая война, ё-моё. Что там уже такое произошло-то? Опа, тут-то все закрыто, к сожалению. Подбираем. Так, погоди, погоди, погоди. Так, не договаривались, ребятушки. Отдохните, малька. Дружно полегли. Ну, этого сейчас шваркнем. О, аптечка, ребят, смотрите-ка. И рычаг. И что он нам дает? Какой алям? Тревогу они подняли мне. Воу-воу-воу-воу, Каноль, ты как-то перезаряжаешься. Не кстати. Хм, а сюда я могу зайти странно как-то. А, вот оно что, ребят, двери открылись. Ну, ладно. Воу-воу-воу, бегу, бегут уже. Со всех сторон, блин, причем. Вот что мне нравится здесь, что они тоже могут взрываться на своих же гранатах, снарядах. А не только я. Опа, опа, опачки. Бежим, бежим на пролом, как говорится, ребята. Щет. Еще одна фиговина, блин.
Надо ее как-то сносить. Да подави, она прям в меня целится, ё-моё. Во, что-то она притупнула. Давай, давай, давай. Опа, получил в лобешник. Да куда ты прыгаешь, канули, блин? Прям под снаряд попадаю, а? А может быть вот здесь постоять? Ага. Постоять. Много тут не постоишь, ребята. Да. Оу, щетас, ребята, бедный мой канольчик. Развалился. Но чекпоинт у нас рядышком, так что не переживаем. Идем, ребята. Так, гасим фрицев, потому что здесь у нас тревога. Замечательно. Давай, 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 спускайся, иди сюда. Пошел отсюда. Так, за дробаш спасибо. Даже не думай, а. Ну что, надо пробираться здесь как-то. Успевать? Вау, бегут уже. Так, сзади, сносим этого охламона, чтоб он тут не мешался нам. Как-то надо все это быстро нам с вами сделать, провернуть. О, хорошо пошло. Так. Все вроде... А, нет, не все. Да сколько по ним нужно строчить-то, а? Что за неугомонные ребята? Давай вот так. Опа, отличненько, ребята. Все, бежим. На, гад. Так, сейчас у нас... вот она эта фигня. О, опять получил. Слушайте, надо переключаться, ребят, так не пойдет. Во, блин, опять переборчил немножко. Где мой гранатомет? Давай, фаус-патрон, вот он. Ну что, поехали, ребят. Да ядрёно, может, получи. Так, тихо. Я думаю, хватит 5 зарядов-то, а? 4, 5. Да, как раз. Фух. Еще даже маленько и осталось у нас в запасе. Продвигаемся с вами далее. Жонглирует уродец, а. Вот так вот. Блин, я думал добью. Нет. Еще рычаг у нас здесь. Так, а стрелять нам не придется ни по кому. Да нет, по ходу дела нет. Просто так здесь она стоит. Для чего? Против меня, наверное, да? Так, мы с вами где-то что-то открыли. Воу. Раз эти уродцы бегут, значит... Ага. Люк здесь, наверное, был. Все, что ли? Ха. Отлично. Так, другая локация у нас. Новая. Так, тихонько. Слушай, командир, ты меня уже припарил, если честно, а? Слушайте, этого пулеметчика надо сносить. Сейчас, ребят. Давайте-ка вот так ему сейчас... Воу, прямиком прям в табло. Так, гранатомет. Отлично. Слушайте, хорошая штука. Ну, правда, она... Опа, 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 бегут, 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 бегут. На, тоже получил ответ. И ты, гаденыш, пистолетами расстрелял, как щегла. Так, гранатометик подобрали. А здесь нам не пройти, да? Понятно, придется вот так вот, наверное, обходить. На, ать, промазали. Так, секунду, ребят, сейчас я, а может быть вот так? Нет. Бочка, к сожалению, его не взяла. Так, а вот этих вот. Тихо, 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 тут граната. Вот незадача, я так смогу его? Нет, вряд ли. А так он бросает. Тогда будем по-умному делать. Черт подери. Пушка здесь стоит. Ну-ка, сейчас мы проверим ее на прочность, ребят. О! Слушайте, я не могу понять. Некоторые нужно разбивать по несколько раз стрелять. Тут достаточно было одного выстрела. Где логика? Не знаю. Прикольно, чувак там жонглирует, да? Бессмертный, блин. Так, давайте, соединяйтесь сейчас. Все по... Ах ты, просек. Бежит. Чувствую, сейчас где-то здесь выйдут они. На. О, внизу огнемет. Все отлично. Вот, и аптечка. Как раз она мне нужна. И чекпоинт, ребята, мы прошли только что. Это все очень хорошо. Обожаю, когда чекпоинт проходишь, можно, как говорится, уже расслабиться. Ну, не то, что... Как говорится, разгуливать здесь абы как.
Но уже спокойнее то, что если нас подобьют, мы с нее начнем, а это уже недалеко идти, не с самого начала. Так, тихо, что там? Опять этот гранатчик. Ты смотри, как далеко бросает, а? А здесь у нас есть что-нибудь? Не, они шишарики. Так, надо его вот так. О! Как я приналовщился. Мне прям глаз алмаз. Ха-ха. Так, перезаряжаемся. Машина. И бочки. Опа! Взорвется сейчас. Нет? Ага. А этот так и стоит на крыше. Ему пофиг. На тогда. Ну-ка. Блин, действительно, не могу понять. А, видимо, то, что сзади один раз достаточно. Так я же тогда вроде спереди стрелял. Ну, главное, что мы их легко и быстро разобрали. Это уже плюс. Оу, аптечка. Опять. Командос там стоит. Стоял. Уже лежит. Блин, чекпоинт. Ну, что ты там? Опа-на, ребят. Он хотел с пулемета строчить. Не тут-то было. Олух. Глаза, смотри, внизу лежит, глаза так, наружу, блин. Так, в бункере он сидит. Пошел отсюда тоже. Так, их там несколько, я смотрю. Я ведь знаю, что там, вот, все, полная зачистка. Ну-ка, дай-ка я тебе сейчас а-ля малярм сделаю, вот так вот. Вау. Ну, кто еще побежит? Нет? Походу нет. Так, опять у нас там... Ага, уже с коктейлем Молотова. Слушай, ребят, ну на самом деле, почему у меня нету этих гранат, как вот в первой части? Так, ты-то откуда взялся? Я же вас всех перебил, блин, я не пойму. Дайте-ка я вот так вот постреляю, ребят. Должен я его снести? Все, вроде щепки полетели. Наверное, я готов. Да. И огнемет там не оставил в подарочек. Так, смотрите, опять у нас тут динамит. Будем активировать. Включаем. Пошла искра. И сейчас будем отбиваться наверняка. Да, как и в те разы. Только там зомби у нас были. Ну, а здесь уже солдатики. Сейчас бумкнет. Yes. Так. Слушайте, а этот самолет-то случайно не наш, на котором мы летели? Непонятно вроде. Нет, это, по-моему, немецкий. Так, тихо, тихо, тихо. О, чекпоинт очередной, ребята. И аптечка, вообще шикарно. Опять этот с коктейлем Молотова там. Так, тихо, тихо, тихо. Поджарился маленько. Все вроде бы, да? Нет, этот еще жив, гаденыш. Всех под одну гребеночку будем загребать. Так, я так понимаю, там, ребята, смотрите, мины этот бросает, чувак. Можем, конечно, вот так сделать. Ну, да. Сработало. Дождь из частей тела. Да, нередко такое видишь. Блин, мне бы как бы не отдуплиться тут. Воу. Вот это, ребят, действительно заваруха, если честно. Иду чисто интуитивно, как говорится, на пролом. Аптечка. А ну-ка дай сюда. Жалко, я не могу это, встать за мины, за эти, за миномет. Так, давайте пробежим. Отлично. Так, вот этого мне только не хватало здесь. Блин, еще, ребята, одна пушка. Срочно ее нужно подбивать. Так, где у меня там нормальная пушка-то? Ага, все, погнали. Попал? Ну, сейчас попал. Я так чувствую, три раза нужно шарахнуть, и она будет готова. Нет, четыре все-таки. А,
Отлично. Продвигаемся дальше. Командир полка. Нос до потолка. Сейчас мы его... Опа! Готовченко. Просто голову на раз. Одной пулей сносит. О, это что у нас такое? Немец с щитом и с шашкой? Это что-то новенькое. А вот это, ребят, по-моему, уже наш самолет лежит. Видели впереди? Так. Помахал ручками и валяйся здесь. Мы же вот на таком летели. Да на, гаденыш. Классно. Гранатомет, конечно, хорошо против вот этих вот уродцев всяких. Так, вау, заставочка. Ага, вот значит что. Приятно увидеть тут знакомое лицо. Мистер Каноли, как хорошо, что вы сами себя пригласили. В этот раз ты не уйдешь. А я никуда и не собираюсь, друг. А теперь скажи, где мой пилот, или я разбросаю твои части тела по всей Франции. Ты имеешь в виду Джо Бариста? Я думал, что он уже наслаждается своей пенсией где-то в Баварских горах. Он очень славно поработал. Что ты подразумеваешь? Ты очень глуп. Джо работал на нас все это время. Что? Вот почему он так хотел меня послать сначала в Гатуау, а потом в Европу. Подонок! Ха-ха-ха, так точно. А теперь будь любезен, опусти оружие, нет нужды в насилии. Иначе мы тебя заставим. Я посмотрю, сколько силы тебе понадобится, чтобы достать весь свинец, которым я нафарширую твою задницу. Фу, мне уже надоело твое гадское поведение. Я сам тобой займусь. Оу, ребята, неужели очередной босс? Что-то за одну серию слишком много боссов у нас. Так. Вот смотрите, ребят, за какой-то пушкой сидит. Ну, что там делает, я не пойму, лестницу натирает, что ли? Воу-воу-воу-воу. Ага, вот он только сел на нее. И все, что ли? Фу. Ты смотри, на что он способен. Да ни на что. Лопушок. Ладно, будем его потихонечку бомбить. Так, давай, ребятушки. Так, я могу куда-нибудь, интересно, спрятаться? Что, он там упал, что ли? Нет, опять поднялся. Ладно. А если тебе... Ах, ты вот что затеял. Ну, вот уж дудки, я уже научен. Старой школой. Пора и мне, наверное, немножко повеселиться, да? Как вы думаете? А ну-ка, выкуси, браток. Ха-ха. Не, ну жарить все равно он больно, если честно. Так, давайте-ка. Я не могу понять, вот эти вот бомбочки мои не берут, что ли, его? А огнемет? Непонятно маленько как-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тут какая-то яма выгребная. Как раз для этого чучела. Блин, все равно достает, а, гаденыш? Так, ну-ка, где мой гранатомет? Фаус-патрон. А ну-ка, получи. Давай-давай, бросай свои боеголовки. Мы вот здесь переждем это дело. Да-да-да. И добавочку ему. Все у нас пока хорошо, ребята. Пол хп я ему снес. Жалко, нет никаких аптечек. Оу, аптечка, как по заказу. Не понял. Это еще что за квазимоды вылезли? Эй, мы ж так не договаривались, эй, хорош. Так, дайте мне что-нибудь путевое взять. Так, давай вот так вот. Нормулька, а это что там за казачок бежит? Ой, я забыл, что их так просто не пробить. Но зато их можно поджарить, наверное, неплохо, да? До хрустящей корочки, как прям курочка-гриль. Вот, опять вылезли. Слушайте, это что? Какой-то застранный босс, я не могу понять. У него там что, перекур? Передышка? О, спасибо за аптечку. Как раз кстати. О, опачки, ребят. Вам не кажется, что он что-то тут подменил? Ядрить тебе на корень. Что тут происходит, а? Они хоть... Ага, все. Ребятушки, их можно сбивать, оказывается. Дело пошло. Нет. А, вот он как делает, да, значит? Значит, пускает свои тепловые ракеты, потом мины,
И, наверное, сейчас опять будет продолжать их пускать. А мы пока... Черт подери, не то, ребята, я делаю. Все, он уже покраснел, краснунчиком стал. Блинский! Ай-яй-яй-яй-яй! Да что такое, пока вот переключишься на нужное мне оружие. Фух. Ядрить на корень. Хотя бы так. Давай, каноли, перегружайся, говорю. Перезаряжайся, конечно же. Так, а что там внизу, солдаты бегают, что ли? Бегали. Спасибо, пригодится. Кстати, а внизу вот даже очень хорошо стоять. Не пробивают тебя практически. На. Лети. Получи. Очередная. Так, что он там упал? Короче, он меня ищет, да? Находит и начинает выпускать ракеты. Поднимается. А мы его сейчас... Ёлки-палки, я очень много трачу времени на то, чтобы сбить эти тепловые ракеты. Так бы он уже давным-давно валялся бы в грязи. Ну-ка. Получи. Что ты там наяриваешь? На, гад. Осталось совсем маленько. Главное не лопухнуться, потому что у меня хп... Оу, щит, только сказал. Очень мало хп. И не попасться бы нам, главное. И попал, а, ребят. Ё-моё. Будет обидно, если мы проиграем здесь. Босс довольно такой долговатый. Так, пошел бросать свои эти парашки. Сейчас мы ему всыпем. Какой шницель? Это я из тебя сделаю, блин, шницель сейчас. Опять началось. Ну все, он меня достал, ребят. Пора с ним завязывать, по-моему. Сейчас отобьемся только от этих ракет чертовых. Слушайте, а если я вот так вот, а? Нравится ему? Нет, по-моему, не нравится. Во-во-во-во-во, пошел. Переждем малька. Ой, тихо, чуть-чуть бы. Ну что? Давайте добивать этого гаденыша. Осталось-то и у него хпшек, смотрите, там раз плюнуть, дунуть на него, и все, он рассыпется. Ну, да ты задолбал, а? Со своими ракетами. Я просто боюсь, ребят, чтобы не напороться. Чтобы выжить еще как-то. Ой, у нас, по-моему, не долетает. А, нет! Все, у нас... Вылетел охламон со своей поганой машиной. Ну? Че? Все, ребят, никакого диалога не будет с трупом? Бавария, да, значит, у нас? Ага, продолжаем якобы. Это даже, как бы, знаете, сказать, предбоссик такой был. Не самый главный. Даже за... Воу! Черт. Ну что, ребят, я думаю, наверное, мы на этой ноте с вами завершим этот видосик, да? Все равно у нас чекпоинт. И уже в следующей серии обязательно продолжим проходить. Я думаю, так оно будет хорошо. Ну что же, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии. А на этом все. Всем пока.